Всем привет, братишки и сестренки, друзья и подружки, и добро пожаловать в обновленный Raft, версию 1.0.5. Да, ребята, я давненько не снимал игру, на самом деле я ждал обновления, чего-то нового, чтобы можно было расстраивать наш с вами громадный корабль Титаник, как его многие называют, но, тем не менее, обновление вышло, ребята, и вот оно, это самое видео. Что же нам добавили разработчики? Вы сейчас видите в своем уголке экрана, скажем так, я уже выделил в браузере кое-какие вещи, поэтому сейчас мы зачитаем. Теперь у нас есть цикл день-ночь. Новая вода, обновленная графически, да. Стульчики, столик, фонарик. Сейчас можно будет фонарики развешать, да. Новая графика для соломы, новые растения, битрут, новый ресурс Nail, Rapid Collision System when placing objects. Теперь у нас, то есть, происходит коллизия между объектами, и, возможно, это как-то изменит нам. Соответственно, мы можем... это между объектами получается физическое взаимодействие какое-то. Хрен его знает, что там оно делает точно, но сейчас разберемся. Options меню. Теперь мы можем, ребята, с вами потыкать в опциях, соответственно, выбрать видео, аудио, настройки и прочее-прочее. Теперь у нас появилась сенса и прочая фигня, ну и, короче, исправление багов. Давайте я закрою это бесполезное окно, мы уже все прочитали, ребята, и приступим к нашему с вами, ребята, выживанию, черт подери! Я очень ждал в Рафте новых обновлений, многие из вас тоже, поэтому давайте смотреть, что мы здесь поимели. Что, сука, с моделью освещения? Был такой прекрасный свет, на самом деле. Был такой яркий, красивый свет. Они и модельки переработали, у меня такое ощущение. Что-то добавили на дощечке, или мне кажется, друзья, но... Хрен его пойми. Давайте разберемся. А вот она и наша мебель. Я думаю, пора... Ага, гвоздики. Теперь мы можем делать гвоздики. Для этого нам нужно металл. Металл у меня был в инвентаре. Давайте посмотрим, что у нас тут вообще, ребята, есть. Что у нас вообще происходит. Я последний раз на серии построил вместе с вами, друзья, вот такой вот остров из пальм. Если честно, модель освещения мне какой-то стрёмный, кажется. Ambient Occlusion. Все максимально, ребята, все максимально, все включено. Но мне этот цвет не очень нравится, если честно. Мне этот цвет не очень. Ну, черт подери, было так ярко, солнечно, да? Помните, ребята, как было ярко, солнечно и очень симпатично? А сейчас какое-то говно, если честно, ребята. Ну не говно, но... это я вам свое мнение, опять же, высказываю, друзья. У вас оно свое, поэтому не надо там бомбить. А кто-то может сейчас бомбануть, сказать, пошел нахуй. Типа, все замечательно, но правда, что-то мне как-то так вот. По модели освещения не очень нравится, но это не самое главное, друзья. Это не самое главное. Сейчас мы будем смотреть, что у нас здесь имеется. Нужны дощечки. У нас опять дощечек нету, да? Так, а здесь мне прибыло в полку, черт подери. Посмотрите, сколько... Теперь у нас... Это как раз ответ на вопрос. Лучше бы они металл изменили, на самом деле. Просто многие ребята задают, а что, почему металл... Кто это? Что это за херня сейчас была? Вы видели? Там рука какая-то или что-то, ребята, перед нами прямо возникла и исчезла. Так, ладно. Давайте скрафтим табуретку. Скрафтим табуретку, и могу ли я ее... То есть мне ее можно ротейтить, понятно. Где у меня будет табуреточная? Я планировал... Да, вот здесь. Вот этот вид у меня, короче, здесь я буду на табуретке сидеть. Могу ли я на ней сидеть? А, я абсолютно не могу на ней сидеть, ребята. Я не могу на ней сидеть, к сожалению. Но здесь, типа, я такой кушаю, да? То есть я такой выхожу утром такой и смотрю на свой остров из пальм. Даже со скатертью, смотрите, скрафтилось. Наш Робинзон, ребята, продолжает выживание. Вот бы, блин, на акулу напасть, сучку, вонючку. Копье изменили, по-моему, топор графически по-другому, молоток. Что-то вообще стилизация изменилась, ребята. Очень сильно изменилась стилизация в целом. Цикл дня и ночи это очень круто. Потому что теперь придется подсвечивать абсолютно все вокруг, да? Для того, чтобы можно было видеть вообще, что происходит. То есть, на каком этаже что у нас стоит. Вот, например, здесь у нас теперь вот такой вот факелок появился, да? Ну, факелок мы сделали, все это хорошо, в принципе, все прекрасно. Акула плавает рядом, мне сейчас нужно значительно больше ресурсов. Давайте выпьем за это дело, естественно, друзья. За то, что у нас теперь есть такая тема. Так, выпьем, наберем водичку. Наберем водичку, ждем, когда будет атаковать акула. Мне интересно, насколько она прочная, непрочная. По-любому разработчики ввели какие-то скрытые изменения. Не может быть такого, чтобы разработчики не вводили скрытые изменения, потому что часто очень разработчики вводят то, что не описывают, в принципе. Так было всегда во многих играх, поэтому я не думаю, что Raft у нас является исключением. Моя задача сейчас, ребята, подсветить абсолютно все помещение, которое у нас с вами имеется. У нас с вами большой корабль Титаник, и здесь хотелось бы иметь какую-нибудь красивую подсветочку, как мне кажется. Так, а здесь нужны чего? Нужна вот эта штука теперь? Ладно, давайте реализуем. Так, помните, я говорил, что некуда металл девать было?
Теперь есть куда металл девать. Так. Крафтим. У нас есть большое количество светильников. Я бы подсветил вот здесь. Я бы подсветил вот здесь. Ну, потому что это важно на самом деле. То есть источники освещения должны быть. Как только наступит ночь, я думаю, будет полный пиздец на самом деле. Будет полный пиздец, и неизвестно, что будет происходить. А, возможно, мы даже не заметим, где нападет акула. Пока она просто, смотрите, ребята, плавает рядом вокруг такая. Плавает вонючая хищница. Она что-то хочет от меня. Чего ты хочешь от меня, акула? А ну иди отсюда, это мое место! И я его пасу. И это мой Титаник. Ребятам нравится мой Титаник. И мы продолжаем титанить на нем, черт подери. Так, ладно. Ух ты! Что это такое за пиписечка? Can be cooked, может быть, приготовлено. Что это за пиписька такая? Что, и куда ее засаживать, эту пипиську? Так, подождите, может, вот сюда ее можно засадить? О, я могу засадить пипиську вот в эту грядку. И, соответственно, сейчас мы получим оттуда что-то. Что-то должно будет оттуда родиться. А, так, у меня переизбыток. Акула грызет, сучка! А нет, не грызет пока. Эй, акула, иди нападай на меня. Иди нападай, я приму бой, блядь. Я приму бой, как настоящий воин с копьем. Акулка, иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Иди к папе. Иди к папе, акулка. Я вот, смотри. Я вот нырнул. Я в сетку попал. Ай, помогите, спасите. Помогите, я тону, помогите мне. Помогите мне, кто-нибудь, какая-нибудь акула. Ага, сучка. Нет, подожди. Помогите мне, помогите, я тону, меня сейчас океан убьет. А, сучка. Рано. Слушайте, а может быть так и делать, в сетку запрыгивать, ребят, на самом деле, и получать удовольствие от этого? Ах ты, сука! Так и знал. Давай, раз, два, акулу тоже изменили. Ах ты, отгрызла мне, она отгрызла мне. Ладно, нормально, я починил, она отгрызла, и я снова восстановил все. Так, здесь мне тоже нужны источники освещения какие-либо. Мне кажется, вот так вот пойдет лантерн. Нужно скрафтить еще один, который пойдет вот в этом вот месте, дабы подсветочка была. Да, и очень красивенько все получается на самом деле. Надо бы акулку заманить, как мне кажется. Надо бы акулку заманить, чтобы она больше не буйствовала таким вот образом чудесным, да? Мороз и солнце, день чудесный. Акуле я впиндориваю прелестно. Тан-тара-тан. Не знаю, вот графически, ребята, мне кажется, раньше было стилизовано лучше. Вот мое мнение. Что я там выкидываю, нахуй? Я что-то повыкидывал, ребята. Здесь металл приплывает. Кстати говоря, металл теперь немножко под водой, обратите внимание. Многие ресурсы теперь скрываются, видите, под водой. То есть воду реально изменили, и, видимо, у разработчиков была такая цель, чтобы не на поверхности были сами ресурсы, да, а они были немножко скрыты. И у них, в принципе, это довольно хорошо получилось, на мой взгляд. Не очень получилась модель освещения, над ней нужно работать. Опять же, мое мнение, ребята. Модель освещения, вот может быть сейчас вот будет... А, погода же херовая, ребята, у нас облачно на самом деле. И, скорее всего, с этим это связано. То есть то, что сейчас облачно довольно, и из-за этого мы видим, вот смотрите, металл теперь притоплен, он сильно утоплен, я бы даже сказал. А пальмы рубить сейчас не нужно, мне сейчас нужно заняться дальше вот именно этими вещами. Я думал, на самом деле, что разработчики введут нам большое количество чего-то интересного. Прям огромного количества чего-то интересного. Но почему-то разработчики решили ограничиться. Ограничиться вот этим. Я думал, что, в принципе, объектов можно вводить большое множество в игру. Потому что, ну, как бы, простор богатый. Если движок хорошо готов, то, в принципе, все должно быть прекрасно. И ничего не должно было им помешать ввести много чего интересного. Но, видимо, по времени никак не получается, друзья. Так. Вот это вот убери. Вот это вот мы берем. Вот это убери, этого у меня много. Где-то еще лантерн, да. Да, вот про эту вот физическую модель мы как раз и разговаривали. Скорее всего, это объект. Теперь у меня ничего не укатится с плота, по идее, да? И все будет жить на нем долго. Свет почему-то стал каким-то не очень ярким. Я не знаю, может быть, источников освещения я слишком много забубинил. Но мне кажется, что свет стал не очень. Давайте подсветим еще вот так. То есть вот этот источник освещения работает. А те источники, которые я поставил до этого, они что-то перестали. Блин, красиво, ребята. Посмотрите, с моделью освещения это все классно так переработано. Я даже могу следить из своего дома за акулой, за всеми ее перемещениями.
Так. Что мне еще нужно? Мне нужно было как раз еще заняться освещением, чтобы это все выглядело поэпичнее. Нет, здесь свет работает, ребята. Чувствую себя на каком-то курорте, короче, ребята. Мы находимся сейчас реально с вами на курорте. Это мой ресторан. Видите, здесь не хватает столиков. И все, это реально идеальное место для отдыха просто. Не хватает столиков, и можно как бы... Ресторан на воде, знаете, такой. Ресторан-плот. Охрененно. Охрененно получается, ребят. Хорошо, что, кстати, разработчики прислушались и сохранение нам оставили. Сохранение нам оставили, теперь мы можем продолжать. Мне не пришлось начинать заново, дабы увидеть всю эту прелесть. Это очень прикольно. Это очень прикольно, когда разработчики делают таким вот образом. Это молодцы. Это, конечно, нравится. Так, ладно, набираем. Надо смотреть, что нам делать дальше. На самом деле, сейчас мне нужно установить побольше источников освещения, по факту, да? Да, мне нужно больше источников света. Мы источники света сейчас еще наделаем. Так, вот это вот выкинем, это выкинем. Семена не нужны мне нафиг эти. Вот это вот крафтим. А у нас еще должны быть лантерны где-то. Так, что, я один только скрафтил? Куда я еще не поставил лантерн? По-моему, где-то здесь на этом этаже. А, вот, наверху. Мне еще нужна подсветка вот этого этажа. Так, у нас наступила полная тьма и ночь. Я вижу, как видите, ребята, плывут ресурсы. Не знаю, насколько вы это хорошо видите. Тихо! Так, от падения ты не умираешь. Я вижу, как плывут ресурсы, но не вижу, где находятся акулы, ребята. Здесь вообще полный мрак, это же вообще пипец. Это офигенно выглядит, кстати говоря, друзья. Это реально офигенно выглядит. Вы посмотрите-ка, там такой полный мрак, это просто жесть. Так, вот оно. Вот оно, мое металлическое счастье. Так. Мы пойдем сейчас, ребята, с вами освещать наш остров. Это тоже нужно было сделать обязательно. Мы осветим остров вот таким вот образом. И, соответственно, нужно все это как-то пропорционально, что ли, проосвещать. Я не знаю, вот здесь вот классно было бы поставить, да? То есть все, источников света достаточное количество, как мне кажется. Посмотрите. И остров подсвечен, и, блин, простор-то хороший, ребята. Простор хороший, надо бы гвоздей понаделать сейчас, да, и поставить еще наверху стулья. Мы теперь можем ресторан сделать. Реально. Тихо, сучка! Куда ты там намылилась? Она грызть полетела! Сука! Раз, два, три. Мою пальмовницу не тронь, тварь. По-моему, и звук, ребята, изменили тоже. Ресторан надо делать, ресторан на самом деле, потому что вон там еще и не хватает источника освещения, кстати говоря. Да, нужно заняться сейчас, как мне кажется, красотой как раз вот этой. А давайте сейчас пособираем ресурсы. Ресурсы вроде бы прибывают в большом количестве. Поедим кокосика. Соберем здесь ресурсы, которые нам нужны. Собираем вот таким вот образом. Это тоже собираем, это тоже коллектим. Вот это вот крафтим. Делаем еще одну... вот эту штуку, подождите, а что это? А что это ты не можешь-то? Чё? А, у нас металла просто не хватает, да? Вот это вот крафтим, пару табуреточек чисто для друзей, если кто в гости придет. И теперь нам не хватает чисто листов металла. Металл, видите, теперь стал как на расхват. Так, это что вывалилось? Это мне надо. А это что вы... Блин. Вот это вот мне не надо. Так вот сделаем. Веревок у нас большое количество. Хорошо, давайте простроим теперь вот это вот то, что нам нужно. Нет, вот это вот оставим. Вот это вот ставим. Так, пятерочка. И теперь можно идти дальше. Ну, неплохо сейчас получается. Здесь, значит, тоже все отдыхают. Нужно сделать все красивенько в этом плане. Здесь тоже кто-то может сидеть спиной. Так вот облокотился и вниз улетел. Короче, все, в принципе, красивенько. Здесь я поставил на каком уровне? Я поставил вот таким вот образом, да? И здесь тоже должна быть вот таким вот образом. И у нас получается сейчас с вами, ребята, такая зона. Это буду я называть место едальня. Это будет место едальня. Едальня при лунном свете, скажем так, да? Здесь мы будем заниматься едьбой. Едьбой, значит. Так вот. Очень красивенько, очень атмосферненько все это дело получается. Теперь посмотрите, основной источник света врубился, и как бы отсюда мы видим замечательный вид, друзья. Очень классно этот вид бы выглядел вечером, как мне кажется. Так, вот это вот мы делаем, удочка. Что у нас по рыбалке? Рыба одна и та же ловится? Вроде бы по рыбе изменений никаких не было на самом деле.
То есть с рыбой они никак не работали, ничем не занимались. Давайте взглянем, что у нас по рыбе. Но вот из-за того, что свет теперь абсолютно разный, такое ощущение, что модель освещения была, ну, прям пипец как изменена. И из-за этого складывается впечатление, что раньше было как-то атмосферней, что ли, я не знаю. Я не знаю, почему у меня, ребята, напишите, вот что вы думаете по поводу света. По-моему, все стало значительно по-другому. И, как мне кажется, значительно хуже. Так, а что это за фрукт такой? И насколько он будет нас штырить? Так. Но еды он немного дает, в принципе. Так что, так себе хрень. На самом деле. Так, ресурсов прибыло большое количество. Ночь мы уже с вами прошли, так сказать. Так, вот здесь ресурсов тоже набираем. Акула там. Может быть, приманить ее реально в сетку? Может быть, приманить ее в сетку и посмотреть, что из этого получится. Так, drinkable water. Эту воду мы выпиваем. Идем теперь вот сюда. Надо бы, блин, с нее мяско бы зашкварить-то, а? Вот это да, вот это обнова, вот это интересно, вот это интересно, это реально интересно. Drinkable water. Оставляем. Так, чё же у меня так много ресурсов-то, ребята? Чё же у меня так много всего лишнего? Картофель мне нафиг вот, например, не нужен. То есть редьку мы потом посадим, пускай будет, да? Это из бочки, скорее всего, нападало. Это мы оставляем. Значит, набираем здесь водичку. И вот так делаем. Помогите! Помогите! Застрял, акула, помоги мне, акула! А, сука! Раз, два, давай! Так. Помогите мне! Три, сука! Чё, жива? Где она? Охота на акулу начинается, блядь. Где она? Где она? Она там не умерла, нет? Помогите, умоляю! Помогите, не могу, застрял в сетях! Ноги, руки мои, ноги, руки мои! Вот ее плохо видно, понимаете? Из-за этой воды, друзья, все очень херово. То есть, что-то... Она подниз? Где плавничок-то? Нам нужно ее проткнуть, ребята. Я должен быть победителем акулы. Давайте! Помоги мне, акула! Помогите, спасите, моя нога! Обои руки, я очень сильно застрял. Хуёво здесь! Она на глубину уходит. Ребята, поэтому мы ее и не видим. Посмотрите, она погружается и оказывается где-то там. Но мы ее так протыкали сильно. Я не думаю, что ей там хорошо очень. Так, идем вон туда. Жалко, ее крюком нельзя к себе притянуть. Помогите, пожалуйста! Помогите, пожалуйста, очень плохо мне, очень плохо, господин акула. Да сколько можно в нее натыкивать, ребята, это какая-то беда вообще. Это реально какая-то беда, она вынырнет, скорее всего, с другой стороны сейчас. Потому что она всегда оказывается именно на другой стороне, да, вот. Помоги, спаси мне, акула, помоги. Помоги, не, вот здесь, акула, помогай мне, пожалуйста, акула, 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 акула. Да! Да, сучка, я являюсь победителем. Мясо, мясо акулье, мясо акулье, мясо акулье! Блять, инвентарь полный! Стой, мясо! Блять, неловкий. Что обо мне теперь подумают? Ведь я же укротитель акул, нахуй. Ведь я же должен был быть победителем, я должен был забрать трофеи. Это то же самое, что в ММО, блядь, в рейде победить главного босса и не получить оттуда лута вообще. Вы чё, блин? Я расстроен, если честно. Вот, блядь, вот честно, вот по-человечески, я расстроен. Там мясо мое должно было падать, а она быстро потонула. Это очень, я бы сказал, ребята, неприятный момент. Никому такого не желаю, черт подери. Но, в любом случае, друзья, что мы имеем? Мы поимели с вами хороший патч. Можно построить кафешечку где-нибудь здесь, как вы считаете? Мы же будем строить город продолжать. Можно построить кафешечку, либо продолжать разбираться дальше. Как вы думаете, что лучше сделать? Да, ребята, напишите, что бы вы хотели видеть на нашем следующем видео. То есть, может быть, надо задействовать вот эти все элементы. Что бы вы хотели видеть больше всего? Предложите свои идеи, и я эту идею постараюсь реализовать на новом видео.
А сегодня мы посмотрели с вами на новый патчик в рафте. Это очень радует, но я думал, контента будет побольше. Сейчас в игре реально не хватает контента. А именно, не хватает, как мне кажется, это большого количества, например, какой-нибудь новой живности. Или большого количества акул, которые могут по таймингу нападать и начинать надоедать тебе. То есть дико тебя убивать. То есть можно так вот сохранить гейм и сейф. А теперь продолжить. Теперь можно еще раз сохранить. Прикольно, теперь можно сохранять так. Это тоже новый контентик. Вот. Поэтому, друзья, предлагайте. Будем продолжать снимать рафтецкий. Если вам это, естественно, нравится. Будет продолжать, скажем так. Ну а с вами был Шуморо. И мы увидимся уже на новом видео. Я желаю вам большой хорошей акулы, которая всегда дает мясо. И больших построек в рафте. С вами был Шуморо. Всем пока, друзья. И до новых встреч. Увидимся.